ребят, скажите, откуда появилось название команды? Я, наверное, объясню. Дело в том, что мы учимся в политехническом университете на факультете, который связан с программированием. И это вот у нас библиотека ввода-вывода. У нас просто капитан, хороший очень программист, поэтому вот такое вот выбрали название. Не знаю, что придумать. Взяли шутки? Да, взяли такое название. Чисто. Хорошо. Тогда дайте пару слов о вашем сегодняшнем противнике. Простите, что сказать, они играли вторую игру, у них не было замен, в принципе, как все выглядело для нас очень хорошо, а в итоге сложилось, как сложилось. Так что добавить тут нечего, игры совершенно не было никакой, что в защите, что в атаке, что в средней зоне. Были моменты, но хотим отметить вратаря Шахтера, да, который сделал очень хороший сейв. Все, конечно, надо самим забивать, да. Но он спас, где спас, и поэтому. В защите плохо отыграли, поэтому дали соперникам возможность забить. Хорошо. Сейчас ваша команда до нынешнего матчей, она занимала второе место с 44 набранными очками, на 10 очков опережая третье место. Скажите, тяжело ли будет отобрать первое место у Адмирала? Ну, мы в первую очередь не ставим себе никаких задач, просто играем, надеемся вернуться в премьер-лигу. Как бы, не знаю, даже не думаем, наверное, об Адмирале сейчас, ну, думаем, да, о каком-то моральном подъеме среди команды, а не... И о предстоящих играх, а не непосредственно, чтобы занять место. Ну а даже Адмирала. Если были эти мысли о Адмирале, то что вот мы могли бы выйти на первое место, допустим, сегодня, они, может быть, даже немножко сыграли какую-то злую шутку. И в итоге, ну нет, мы не думаем уже о первом месте, если честно. Хотя бы нам остаться в двойке и выйти в премьерку. Ну, как континент там уже поджимает, они там на ходу всех громят, а мы раз через раз. Так что не особо пока о первом месте думаем. Может, вы хотите что-то передать Адмиралу и лично Евгению? Ну, Жень, передаем привет. Пламенные, молодцы, пусть играют, пусть проигрывают. Ну, нет, так, короче, ребят хорошие, у них все там играющие, ждем с ними встречи. Надеюсь, самая она будет в заключительных турах такая, по вывеске и по интересу. Интригу. Да. Дивизионно. Так что ждем встречи с ними. Хорошо, тогда вот последний вопрос. Что может помешать вашей команде вернуться в премьер-лигу? Помешать? Ну, такие игры, они мешают, в принципе, вернуться. Так что... О выходе говорить даже еще рано, потому что мы уже весь его гандикап еще практически много растирали. Игры, да, еще практически пол там, пол лет. С главными соперниками, тем более. Да. Поэтому поиграем, увидим. Хорошо, спасибо, удачи. Спасибо.